Всем привет! Мы приехали на станцию Исеть. Идем к чертову городищу. К чертовой куличке, да. Вот. Ну, идти тут вроде как 5 километров примерно, но в горку. Ну, посмотрим. По фоткам там красиво. Сусенки. А с нами пошел пес. Он просто пошел с нами, он хочет прогуляться до чертей, дойти до чертиков. Значит, вот, чтобы не запутаться, тут есть стрелка, парк и сеть, а нам не туда, нам прямо, если хотите именно до чертей дойти. Потому что там просто как бы какой-то этот парк, нам туда. Да, вот мимо лесничества надо пройти, вот оно, наверное, скорее всего, вот это вот. Ползем в гору. В гору ползем. Так мы прямо прошли, все, теперь в гору. Все идут. Даже Собакин. И камушки такие вот, камушки. А на отметинах мордочки чертей нарисованы. Там он, отметина. В принципе, вся тропа помечена. Заблудиться сложно, вытоптана она хорошо, и зимой в том числе. Идем по лесу. Залазим в горку. Ну, сейчас уже небольшая. Там один большой подъем. А дальше так, более-менее все нормально. Камешки вылазят. И собака там бегает где-то. Охраняет. Собака сопровождения. Робо-собака следит, чтобы костры не разжигали. Начнешь разжигать, кусякнет. Нет, это вот такая речка, жесть вот нас речка, ждет. Вот, видишь, вот мы к речке подходим. Вот, да, значит. Речка и подъем высоченный, там а вот там видно. Там железка, нет? Нет, дорога. Просто, блин, стена на нее сейчас залазить. Кошмар. А тут эта речка. Ужас. Получается, тот, кто это вообще был, не тот. Подъем-то? Так тот. Там не один всего подъем-то был. Два там подъема было. Один большой, другой маленький. Это маленький? Это маленький. Пес решил попить. Кто водички хочет? Болотный. Болотная водичка. Вон за Женей. За Женей. А пока она-то ходит. Не надо. Там по таким лазила болотом. Это мухи надо. Надо хоть начало подъема снять. Туда вот, хоп. Мы нашли флаг Сан-Марино. И спуск. Ну, в смысле, нам-то вверх. На... Все уже запыхавшиеся. Это короткая чем-то. Ну так тренируемся, нам на Байкале потом еще ползать. Поднялись в гору. И там вот впереди вырубка, на которой должны быть малые черти. Вот, чтобы идти к обычным чертям прямо, к малым чертям направо. Направо или дальше направо? Не знаю, наверное, тут. Вот есть тропа. Специальные. Опять дилемма, опять тропа. К малым чертям тоже все так. В горочку подъем. И тут, видать, либо на мотоциклах, либо на великах каких-то гоняют. Камешки такие обшарпанные. Круто, там вот тоже горы видны. Горы. Черти. Ну, там примерно такие же эти должны быть слоеные камни. А вот малые черти. Мы к ним дошли. Слоеные такие. Тропа такая заросшая, видимо, мало кто сюда ходит. Все в основном к большим сразу. А мы решили по нарастающей впечатлении. Сейчас будем залазить. Тут якобы видно. Шикарный вид. Да, вон там Екатеринбург вдалеке. Все эти башни и сети. Ты залезай вон сюда. Там. Давай.
горы. Подъем, она видит. А тут будем это обедать, наверное, будем. А тут расположиться можно. Верхесецкая. Круто. Там это лужа, это пруд. Верхесецкий. Мы уже покушали. Тут интернет ловит. Созвонились со своими по видеозвонку, показали красоту вот такую вот там вот. Так, наверное, не видно там вот весь Екатеринбург. Отличный перекус с шикарным видом. Сейчас пойдем дальше. Вон, покажи куда. А вот Екатеринбург. Вот там вот где-то большие черти. Посмотрите в том направлении. О, смотрите, какая красота там. Вон. И тут тоже. На том восхищались. Вау. Там речка какая-то внизу, что ли? Есть хоть. Красота. Малые черти. Такие камни. Слоеные камушки. Еще кто-то останавливался. Было бы очень круто тут с ночевкой остановиться. Тут еще выше, и вот там вот видны дома вдалеке. Офигенное место. Всем советую. Тут всю долину видно. Тут, видимо, то ли ручей, то ли что-то такое внизу. Все видно. Просто шикарно. Надо снизу попробовать. Там вон Евгений поснимать. Вон Евгений. Маленький Евгений на большой горе. И это еще малые черти. Офигенно. Начали спускаться. Евгений там сидит, свесив ножки. Спустимся, чтобы снизу все это посмотреть. А, против солнца. Ну, сейчас могла. Муся слезает. Смотрите, камень улыбается. Такие. Сзади тебя. Смотри. Сейчас съест. Прям такое. Это место, короче, закрывали на лет 5, что-то в 80-х, по-моему, потому что люди все облазили, и надо было восстановиться этому месту. Да? Я читала, да. Облазили, уже все. Да, все вот рисуют, еще что-то, вот тут костры жгут, видать, все вот обуглено. И стоптывают все. Все, ведь не могут нормально это посещать. Так вон мусор. Так даже если нормально посещаешь, все равно вот ты ж ходишь. Камушки. Не, ну сюда однозначно стоит съездить. Причем из этого, из Екатеринбурга. Электричка. 40 минут и все. Дальше по лесу прогулочка. Небольшая, 4 километра. Идеально. Сейчас вот змею недавно видели, прямо тропинку переползла ромбиками такими. Не знаю, что за змея была, не сфоткать не успела. А тут вот такой муравейник. И люди идут. Папа теперь палку выломал, чтобы подгонять, если что. Пёсель сзади. О, пёсель нас догнал. Сейчас спуск, а потом опять в горку. Идем к большим чертям. Ну, точнее, этому, к чертову городищу. Вот. И опять в горку.
Фотик опять овод сел. Люди идут. Дорога идет вот по таким камушкам. Вверх. Плоские камушки. Ну сейчас вот мы в горку, потом опять с горки. А там ручей-то будет? Все. Мама в рассветку этой флага. Нам опять в гору. Женя с горы так радостный бежал, прыгал. А сейчас вон это прям стена нам такая залезть. Папа нам говорит, ну что, полкилометра всего пройти, чуть-чуть осталось. А тут вон горень. Ты там опять не заберешься, наверное. Вон. О, подходим. И там у нас скалолазы ползают. Пришли в чертово городище. Тут тренятся альпинисты. Вот с южной стороны. Люди складировали. Это не природное явление. Похоже, да. Тем более, я думаю... Тут вот такая расщелина. И это упасть можно. Высоко тут. Отваливается. Расщелина. Там тоже трещина. Такая. И нам вот туда сейчас мы попытаемся залезть. Вид сверху. Кажется, весь мир прям видно отсюда. А там люди внизу. Внизу люди. А я вот здесь была. Ветер дикий. И там ВКБ. А вот эта вся тема снизу. А я вот была на самой верхней точке, вот если посмотреть. Вот там вот я была. А вот с этой стороны, с северной, как резко с этого капает. Дождик прошел, так, значит, стена высоченная. Вот сюда. А вот Женя. Женя, давай для масштаба. Вот Женя, а вон бум, вверх. Я вот там на самом верху была. Никола, вперед, иди снимай. Мультики рисовали, папа, не снимали. Нет, ну там вот похоже, да? Вот эта стена как будто вот отвалится, она прям... Тут вот щель, и она сквозная. И прям вон там щель, да? Такая, ага, слой. Разве похоже, да, что это природа создана? Сколько нагрузка сюда, да? Угу. Эх, все, прощай, чертово городище. Мы уходим. Уходим. Наступит время на почище. Бьется родная, в экстазе былая. В один стак 2000. Идем обратно. Надели дождевики. Дождь нас испугался и ушел. Особенно папа, он у нас смешно выглядит. Слезать с этой горки гораздо приятнее, чем залезать. И легче. Ничего не скользит, идеально прям. И вниз. Песель купается. Сидел, главное, просто в воде. Охлаждался. Все, вышли в населенку. Идем в магазин. Была классная прогулочка. Ноги подзабились, конечно, бегать по горкам. Тудым-сюдым.